Вручение паспортов в торжественной обстановке уже стало доброй традицией для нашего округа. Так и в этот раз в здании МФЦ свой документ получили 18 ребят из города Щелково. Поздравили юношей и девушек, исполняющие полномочия главы Сергей Горелов и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Самое главное, с получением этого паспорта вы берете на себя не только права, но и огромные обязанности. Обязанности гражданина великой страны России. Я поздравляю от имени администрации вас с этим знаменательным событием. Желаю вам успехов, побед. Сегодня вы приоткрываете дверь в свой самостоятельный мир. Не забывайте, что вы не все там знаете. Поэтому от родителей сразу не отрывайтесь. Их совет вам поможет в этой жизни правильно найти свое место. Напомним, что теперь вручение паспортов молодым людям, которые достигли 14-летнего возраста, проходит сразу в нескольких местах. Это ЗАГС, местная администрация и МФЦ. Праздничная атмосфера создается для того, чтобы ребята смогли запомнить этот день на всю жизнь. А как думаешь, вот при получении паспорта что-то поменяется в твоей жизни или нет? Я думаю, особо ничего не поменяется. Я буду также учиться, продолжать, ну, расти. Может, мой взгляд на жизнь поменяется. Не знаю, что-то произойдет. Мне понравилось. Я запомню это на всю свою жизнь. За последние полгода юным жителям нашего округа было выдано 217 паспортов. Помимо этого, ребятам в подарок вручаются стильные обложки на паспорт, отличающиеся у мальчиков и девочек дизайном и цветом. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.